Закисленность почвы – проблемы, из-за которой фермеры ежегодно не досчитываются урожая. Но бороться с ней можно, причем без применения химикатов, только натуральными компонентами – кальцием, магнием и песком. Такой смесью покрывают проблемные поля, и уже на следующий год процент урожайности увеличивается в разы. Из села Верхняя Якушка Артем Петров. Трактор загружает мелиорант в специальную установку. Здесь несколько тонн доломитной муки, которая помогает фермерам бороться с закисленностью почвы, а значит, препятствует потере урожая. Вот именно так происходит процесс химической мелиорации, но химии в этом составе нет никакой. Здесь кальций, марганец и песок. При попадании в почву происходит щелочная реакция, кислотность. Уменьшается урожайность, напротив, увеличивается в разы. Такая технология обработки почвы для ульяновских аграриев относительно в новинку. Известкование кислых почв местные фермеры впервые применили в 2019 году. Подобрать нужный состав и объемы помогают специалисты агрохимической службы. В нашей области на данный момент сейчас в нашу станцию поступило 12 заявок. 12 сельхозтоваропроизводителей уже начали заниматься данным видом деятельности. Внесение мелиоранта дает прибавку урожая от 3 до 5 центнеров. Результаты химической мелиорации превзошли ожидания фермеров. Закисление почв снизилось на порядок. После прошлогодних тестовых обработок теперь аграрии увеличивают объемы площадей, где будет применено известкование. Порядка 900 гектар мы отработали первый проект. Полностью начиная от анализа проекта, закупки муки и внесения ее на наши поля. И на сегодняшний день мы уже видим результат. Видим результат уже в урожайности. При этом фермеры отмечают, для хорошего урожая необходим комплексный подход. Для работы на земле сегодня нужны не только современные технологии, но и особые отношения с любовью. Артем Петров и Михаил Державин. Вести Ульяновск из Новомалыклинского района.